Губит орхидеи не свет, даже самый наярчайший. Губит температурный перегрев. Ботва не должна нагреваться температурно. Если вы создадите условия, исключающие нагрев, а свет при этом будет очень яркий, это будет очень хорошо практически для любой эпифитной орхидеи, разве что, может, окромя драгоценных. Чем ярче свет, тем и растение сильнее, и цветение будет обильней, и цветы будут крупнее. При недостатке света цветов будет намного меньше, и они будут намного мельче. При подборе освещения нужно учитывать кучу факторов. И площадь освещения, и высота до подсветки, ну и, собственно, и виды растений тоже.